Так, мы туда. Команды. Что-то нечего. Ваш. Прошаришь, убирай. Откуда? Это ж можно? Нельзя. Почему? Противоположный музык из дома. А, туда и туда. Туда, туда и туда. Блядь, офигеть. 5-1. Боря, Галю говорит, что пишет, да? Да. Ни хрена это не халява была. Прятать шар иначе по мне сейчас своими чужими. Thank you.
нервничаю. Thank you.
Нормально, говоришь? Сейчас проверим. Давайте сюда. Ничего. Антон, ну, как хочешь. Нет. Тоже не за попаску, понимаешь, да? По-моему, три стоят. Вообще, то, что вы по этим правилам играете,
Будем ходить. Ну, наверное, уже не будем. Мы дождем человека. Просто чтобы вам не мешать. У нас вот эти четыре стола. Нельзя выходить вот этого. Прощай. Давайте мы за телефоном поиграем. Бля, ты просто после вот партии Прохора с Данилом закрывает 11, открывает тут все. Женя, не умничал. Хороший стол. Так, в прошлый раз тут один тоже тут хороший стол сорвал. Так, да, вообще, был такой. Он там наказан. Ну, так, деньги, наказание. У тебя уже 6 шаров. Мучил. Выиграешь когда-нибудь или... Ты поставь вот шарик вот сюда один и вот туда два. Хорошо. Давай, как мы тренировались дома, как учились с ним? А руку, кстати, попахивает ваша игра, ребята. Фу-фу! Договорники, да? Хорошо, да. Вот, я тебе поставил шарик. Фу-фу его забивать. Ты что за пол такой интересный? Вот как с тобой играть? Ты с борта забиваешь сложнее, чем он уже. Семь шаров. Ой, не с борта. Ну, я с борта такого проще позабил. Наконец-то, господи, забил! Семь шаров, Антон, как я с тобой вообще играл? Плачешь и играешь? Да. Мышки плакали. Рыдаю. Мышки плакали, продолжаешь жрать карту. Рыдаю, блин. Борь, давай, я теперь Антон, как так вот? Там со спины, спины фантастические вообще. Со спины, а прикольно. Может, давай на камеру? Может, на камеру? Нет. Со спины, а прикольно? Не, ну это на камеру это не сел. Да, и что камеру? Что там делать? Все блины, блядь. Скоты. Семь шаров. Делут меня, они же ржут. Что, плакать что ли? Ну, плакать. Я уже второй час проиграть не могу, понимаешь? Боря, это как в средневековье. Горок умер, на страшную сторону пытается скинуть тебя с трона. Я второй час уже проиграть не могу. Что делать? Ну ты ж вот просто. Поставил так шарик, что... Ты орёшь? Второй час проиграть. Конечно, будет. Заколдованный стол, я же тебе говорил, Дима, мы дома учились. На заколдованный не учились. Сейчас сам будет записывать. Я шут. По шарикам бить, понимаешь? Записывать. Там, кто свободный? Блин, так позорно проиграл вообще. Кому я еще Антону, да? Че, опять проиграл что ли? Так. Антон, поздравляю. А че вы поздравлять, я играть не умею. Это такая история. Жень, Дима, что ты думаешь, он упадет? Да, мы хотелось. Игры, я второй час, конечно. Давайте поактивнее, ребят, вообще 9 часов. Вот. Мы же не до утра здесь. Ладно, похулиганим с вашего позволения. Что вы позвали? И на этом столе. Ну как вот так вот вообще играть? Грыба громче. Пожалуйста. Я, Майк, твою штина. Нельзя с тобой.
Да, уже вообще. А вы смотрите. Разумочка запустил. Наконец-то! Все, вы освободились? Я не помню место. Что, я с Димой? Нет, давай. Не без разницы. Ну, это в столе главное. Сейчас, значит, без разницы. Все. Бежал. Я только хотел в туалет. Бежал сначала. С тобой у нас будет. Не покури. Я очень люблю. Что? Тогда тренируется. Все, у него три или четыре? Три. Прибираем. Поторопись-ка. Если упадет своя, после того, как дальнюю сыграл, да-да-да, а если нет, то выставляешь на стол. Правила будут читать, там все это внимательно прописано. Чего спросили? Так, заходим дальше. Димон, ну что? Я разве еду? Ой, я готов подойти. Ну, что-нибудь попроще, но... Присос. Избить его можно, да? Ну, бильярд. А ноги сломать там нельзя? Ну, я не знаю, это на две лузы ударится. Алло, смотри. Освободились, Антон. Жень, чтобы ребята не простаивали, попробуйте сразу еще чей-то. Владимир, ну что?